В детском саду «Кораблик» появился настоящий волшебный остров. А волшебный он, потому что для каждого малыша разный. Главное – использовать фантазию. Принцессы смотрят на королевство из окон своей башни, а воины стоят на своих постах, зорко выслеживая передвижение своих противников, приближающихся к крепости. И это только первый модуль игрового комплекса, условно названный «Маяк». Есть у нас горка такая, где там такие линейки, как бревнышки, и можно по ним забираться, и можно скакать. А еще у нас есть в кружках некоторые мягкие подушечки, где можно играть с помпончиками. Остров состоит из 7 модулей – маяка, домика на дереве, трапа, круглой ниши, лестницы, ниши читальни и ландшафтной раковины. На нем есть 3 игровых уровня, чтобы каждый ребенок выбирал для себя комфортное место для игры. Правила поведения на острове малыши придумали сами, а также нарисовали и прикрепили их к острову. Если вы хотите забраться на этот остров, то нужно соблюдать правила. Нужно снимать обувь, не облокачиваться на бортике, играть только двое, не сталкивать себя с горки. Ну, еще последнее правило я знаю. Нужно играть дружно. Реализацию идеи начали с воркшопа. Воспитанникам детского сада предложили придумать и нарисовать, что они будут делать на собственном острове. Желания ребят легли в основу будущего острова. Расположен он в игровом пространстве Open Space, что функционирует уже около года. Появился он благодаря победе детского сада в конкурсе сетевых проектов школы Росатома. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.